Команда под названием «Чебоксарские амазонки» собирается выступить в Челябинске на соревнованиях женской хоккейной лиги. Девушки тренируются самостоятельно, у команды нет пока даже официального статуса. Со спортсменками встретился депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. Тренироваться амазонки начали на уличной хоккейной коробке. Затем на протяжении нескольких лет за свой счет арендовали лед на катке «Новое поколение». Девушки настолько увлечены игрой, что готовы тренироваться сутками. Сами достают экипировку, уверенность в своих силах им может придать участие во всероссийских турнирах. На этот сезон у нас была основная цель дебютировать в Лиге женского хоккея. А пока говорить о каких-то высочайших результатах рано, стоит достаточно вот нам выехать, показать себя, выступить, посмотреть на соперника. На данный момент самые большие, наверное, трудности у нас в команде со льдом. Пока мы занимаемся в позднее время на постоянной основе, тяжело полноценно нагружать девочек, чтобы они развивались, так как здоровье страдает из ночных тренировок. Но мы двигаемся потихонечку вперед. Сначала у нас был один лед в прошлом году, теперь мы занимаемся два раза стабильно и стараемся брать третий, четвертый лед в неделю. Без программы развития женского хоккея здесь не обойтись, считает Анатолий Аксаков. Без этого трудно говорить о движении вперед. Депутат обещал помочь с организацией тренировок на льду и подарил амазонкам хоккейные свитеры с символикой команды. Далее мы будем помогать и с инвентарем этой команде, и будем помогать с тем, чтобы они получили, ну скажем так, прописку при Федерации хоккея нашей республики, для того, чтобы уже могли вполне официально участвовать в разных мероприятиях, соревнованиях и дальше уже привлекать молодежи как можно больше. Я уверен, что через некоторое время чебоксарский хоккей загремит на таком сначала региональном уровне, потом на федеральном, а вполне возможно потом и наши девушки будут играть уже и на международном уровне, поскольку желающих очень много, тренеры у нас хорошие есть. Ну а если еще поддержим соответствующим образом девушек, то они точно себя проявят. Сейчас девушки готовятся к выездным играм. 20 и 21 марта амазонки сыграют в Челябинске. В соперниках 4 команды.